Здрасте, друзья! Здравствуйте, добрый вечер вам, хорошего настроения. Всем большой-большой привет. Сегодня будет Elden Ring без ограничений. Я смогу вызывать, волков, я смогу вызывать кого угодно, я смогу использовать все, что хочу, все, свобода. Но я буду стараться, конечно, не умирать, потому что, зачем умирать? К чему это все? Мы в прошлый раз горем пополам разобрались с этим, боссом, на котором я сгорел просто дико. И что это вообще? Ё-моё, как далеко ушли. Причем я шел сюда, вот именно конкретно в эту точку. Не особо... Я вот у дерева не был, например. Здесь вообще ничего не смотрел. Я прошел фактически вот так вот по дороге, по тракту, через разбитые... через заставу эту, да? А нет, вот застава вообще вот здесь была. Тут уже был разбитый замок, а потом еще часть замка, в которой, кстати, я тоже не все осмотрел. Лови его, говорит Тей. Блин, ладно, сейчас поймаем. Алло. Ты кто? Откуда вообще? Кто такой? А, это ночной всадник. А чё это он? А чё он умеет? Ага. А чё так больно? А почему он... Тей. Я не понял, Тей. Течка, родная. Алло. Тей. На связи как? Нормально все? Так, давайте проверим его на профпригодность вообще. Ты как, умеешь? Ой, ты какой маленький. А ну, иди сюда. Сюда иди, я сказал. А что такое? Как вы относитесь к выстрелу в жбан? Ой. Нормально. У всех бывают плохие, дни. Не ржи. Ах ты, пес. Ах ты. Да ну брось, Да, ай, не туда прыгнул. Нет. Выпить успеть. Не ржи. Ах ты, тварь. Ах, конь, а. Два. Смотри, как я умею. Опа! А, не ожидал? Опа! Спотыкнулся. О, можем его убить, пока он встает. Опа. И что ты без коня? Ты никто без коня. Ой. Коварно! Нет. Последняя бутылка. Есть! Изявый босс просто. Просто изявый босс. 3000 дали за него. Это все? А, пепел войны. Заслон. Не, нормально. Иго-го. Мы на таком осле рогатом справились с эпическим просто. С первого трая, между прочим. Но мне кажется, это не последний босс. То есть здесь тоже нам говорили, что ночь пригодится. Вот здесь. Ёп-РСТ, птица смерти, это что, сокол? Так, а ну-ка, конь. Дай-ка батя тут посмотрит на... Это босс, между прочим. Ай, как умеет... Клюет! Ах ты! Ну что ты сделаешь мне? Стремлюсь в промежность. Сокол, прости. Жертвенный топор. Здесь с кем-то кто-то сражался, видите? Ноги о ноги.
Впереди слабый враг. Так, еще один босс, что ли? Опа! Не так, ну не так, вызови. Ай, обнимашки нет! Пою налево. Я не вижу ни хрена. Волки спасают. Очень простой босс. Талисман волшебного дракона. А? Кто тут абузер? Кто тут батя? Странный. Да, есть колокол интригующий. Может быть, нам туда. Вообще ему плевать. Чем-то он нужен. Но пока непонятно зачем. Запомним, где он ошивается. Оставляем. И упадет. А, так ты один из этих. Неумех. Иди сюда. Иди сюда, я все тебе объясню. А, это даже не босс. На-на. Ой. Ой. Коварно. Не, ну он очень плотный. А-а-а. Ай, перекатился, кажется. Ай, нет, нет, нет. Блин, круто. Ну, он меня подтолкнул. Не, вообще он очень медленный, поэтому сейчас убьем. А, класс. Нет, как четвертый? Дорог, просто игра шикарная, шикарная, просто прям управление топовое. Сам... Я хочу повернуть вправо, маркер меня так на назад. Короткий путь через зад. Ты справишься, Михаил. Он упал. Он за мной падает. Он за мной падает. Нет! Да ну нафиг, короче, все. Спасибо, до завтра. Сколько там смертей? 75, да, наверное? 11. Фух, да почти убил. Все, отдыхаем. Завтра увидимся вечером. Вечером. Спасибо, друзья, что смотрели, болели. Заходите на ГГ. До завтра, да, ну самое интересное, почти, ну, начнем завтра с убийства. Изи просто с первого трая, ну я просто уже горю. Хватит, пока.